Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-героя». Ну что, пойдем по ежедневкам. Нанесите 20 единиц урона героям-заморозгам. Нанесите Нептусию, нанесите вспышкой. Твою налево. Заморозгам. Я за него 300 лет не играл, за этого заморозга. Даже ума не приложу, что там у него. Так, давай-ка мы, наверное, удалим эту колоду и создадим новую с нуля. Так, на чем нам делать? У него есть... Да у него дофига что есть. Так, вот этого возьмем. Этого тоже возьмем на всякий случай. Блин, что-то нахапал тут всего. На пиратах, может быть. Или на животных. На чем тут лучше сделать? Ха-ха-ха-ха, даже и не знаю. Тут и заморозка у нас есть. Слушай, он довольно универсальный, я смотрю, чувачок. Можно, в принципе, создать как бы на пиратах колоду. На пиратах. Ну, давай, допустим, раз, два... Четыре. Так, вот этого возьмем тоже на всякий случай. Так, возьмем вот этого на всякий случай. Мало ли что пригодится нам. Так, а вдруг у него будет этот хил какой-нибудь. Ну, давай вот этого еще возьмем. И все, по-моему, больше тут ничегошеньки я сделать не смогу. Ну, давай возьмем бочку. Нет, бочка у нас так дофигище. Вот этого возьмем. Не знаю, ребят. Экспериментаторная какая-то колода. Нахапал и того, и сего. Черт его знает. Хотя мне говорили, надо брать всех, чтобы было по 4. Ну, ребят, я один раз так попал в бой с 4 вирусами. И больше никого не было, и куда мне их садить? По 4. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, в принципе, нормально пока. Вспышка на солнце. Ну что, возьмем, наверное, вот так сделаем. Ну, соответственно, сейчас прилетит нам по полной программе. Ведь прилетит же. Прилетит. Угу. Говорил же, прилетит. Давай так вот попробуем. Что, сразу уничтожим тогда? Ха-ха-ха-ха.
Допустим. Ага. Ай, зря я так сделал, ребята. Сейчас у него сработает защита же. Твою налево. Ну, естественно, сейчас уничтожат. Он сберег, а для чего, не знаю пока. Но он сберег. Ну, допустим, я сделаю так. Блин, пошла у нас... Да чтоб тебя. Я так и понял. Это не есть гуд на самом-то деле. Это не есть гуд. Ну что, я могу, наверное, вот так вот сделать. И вот так. В любом случае, надо этого уничтожать через ландшафт. Надеюсь, получится. Угу. Так, случайных шампиньонов тут выставляет. Поехали. Так, заморозка. Вот если бы у тебя заморозка бы сработала, это было бы, конечно, круто. Ураганчик дали. Сейчас какая-нибудь бомбочка прилетит, да? Вот что он вытворяет. Так, ну что, ребят, сдуваем тогда. Блин, ну нафига он вот эту вот штуку поставил? Кого мы сейчас сдуем? Я не знаю, ребят. Кого-то надо сдувать. Уже не знает, что как сделать, да? Так, сдуваем кого-нибудь. Есть. Такс. Угу, а ландшафта, я так понял, у нее нету, да? Погнали. Защита. Что-то мне подсказывает, что я здесь... не смогу выиграть. Даже если я вот этих всех заморожу. Не получится, друзья. Где ты, блин, раньше был? Вот где ты был раньше? Ебасоте, блин. Да все тут хана, ребят. Вылез он, блин, под конец. Идиотизм, блин, какой-то.
Тут совсем бы все по-другому было бы. Абсолютно, ребят, по-другому бы разыгралось. Тупорылый заморозка, ё-моё. Выдал он мне карту, когда у меня уже никого не осталось. Еще не легче. Гриб. Колпак этот вылез, блин. Ни этого не было. Просто взбесило аж, не могу, ребят. А зачем я? Зачем? Вот скажи мне, зачем я вот этого сейчас оставил? Я не понимаю. Иди отсюда. Ну я понял, колпак, он как всегда, ребят, за своем. На всяких там. Ага. Давай, выставляй. Желательно бы двоих сразу же. Вот ты как, да? Я сейчас покричу там, покукарекаю. Уточка, уточка, уточка. Сейчас фруктовый микс будет свой использовать. Больше чем уверен, он у него должен быть. А, рикошет, кого? Сундучка. Такс. Ну, если я даже возьму этого, да? Если я даже возьму, нет. Нам лучше, наверное, все-таки сделать. Ну, давай вот так вот. Фиг с ним, посмотрим, что сейчас будет. Блин, и сейчас еще превратится в своих клонанасов, да? А, нет, вот так вот он делает. Ну, одного кого-то надо убрать. Это по-любому. Так, защитушка, сработаешь? Вот сейчас вот. Спасибо. Эх, дожить бы, ребята. Дожить бы. Не знаю, что он сейчас делает. Как ты достал со своими грибами, грибник ты вшивый, а? Вот что он еще делает. Так, а он что, рассчитывает, что я ему оставлю здесь вот, вот это вот? Серьезно? Ты посмотри, а. Заморозочка ему светит. Не дам я ему здесь вообще ничего сделать. Пора выставлять. Ну ты смотри, а. Банан. Банан. Ты серьезно? О, да. Я обычно тоже так делаю. Если выпадает этот хмырь, то уже бесполезно драться. Да, ножной колпак, короче.
проиграл здесь. Ну что, нанесли мы 20 урона заморозкам. Так, теперь пошли на Нептусь переходить. Эх, где моя Нептусь? Вот она. Так, удаляем сразу же. Я сказал, удаляем, а не заменяем. Хотя, подожди-ка. Что у нее за колода? Ага, колода типа на пиратах. Ну, давай попробуем. Давай попробуем, но что-то... Мне кажется, Нептусь лучше, по-моему, на спортивной колоде играть. Ну, что так долго ищем соперника? Против Нептуси, что ли, нет желающих? Сейчас, вот давайте только не Розу мне. Вот, ребята, это самый, наверное, из всех самый нелюбимый персонаж, когда я играю за нежить. Это Роза. Это трэш. Ну, в принципе, Каротин тоже мне не нравится. Она практически такая же, как и Роза. Ну и что тут у нас? Ну, ладно. Потихоньку будем начинать. Так, шаман что делает? Сразу добор карт. Опа. Все-таки на орехах, да? Точнее, на бобовых. Угу. Все-таки он решил, ребята, на бобовых сыграть. Ага, вот так вот. Попробуем, что у нас из этого получится. Да я просто это, блин, в защиту это. Как меня раздражает вот эта броня, блин. Что, сейчас переместит, наверное, этого, да? Ну, так и есть. С воды уберет. Пропускаю я ход. Да, конечно, ага. Кого ты хочешь убрать? Понял. Так, ну что, ребята, нам надо, наверное, вот этого вытаскивать. Поехали. Это пока пригодится. Такс, что же тут и как лучше сделать? Давай вот так попробуем. Ну и кого там хочешь сместить? Ага, вот как ты делаешь. Ну что, ребята, через безумие будем играть или как? Я даже не знаю. А с другой стороны, зачем нам пока тратить безумие? Не, надо было, наверное, все-таки сделать. Если он сейчас будет этих бобовых вызывать, это будет плохо, ребят.
Кого он сейчас тут будет расставлять и в каком порядке, фиг его знает. Но если он сейчас будет выставлять именно бобовые, они будут по мне бомбить. Угу. Да-да-да-да, именно так все и будет. Ну ты серьезно, что ли, блин? Ну... Надгробие. Так, ребят, ну что, придется безумие ставить. Ведь должно же, по идее, сработать-то, да? Пробить сможем, я вот в этом плане говорю. Понятно все, короче. Короче, все понятно. Ребят, тут фейл. Что я тут могу сделать? Я не знаю, что я тут могу сделать. Ничего я тут не могу сделать. Вот так вот могу сделать, и все. Ну что он сейчас будет выставлять вот эти вот и все, ребята. Сейчас этот еще раз бомбанет по мне, две единицы урона. Я тебе говорю, вот это вот, вот эта вот защита срабатывает его. У меня не срабатывает так защита, как у них, блин. Хотя бьют они по одной единице урона, блин. Я бью мощно, блин. Слов нету, блин. В самый неподходящий момент эта фигня срабатывает. Просто в самый неподходящий момент, а? Понятно, кто бы сомневался. Зато удара у него больше не будет, по идее. Поэтому можно спокойно на воду выставлять вот этого малыша. А, у него же может быть фруктовый микс. Да более знакомая колода какая-то. Так. Угу. Так и думал. Аж две штуки. Пим-пим-пим. Даже не знаю, что сделать-то лучше. Ну, давай вот так вот. Вся надежда на защиту. Окей. Так-с. Тыква, где твоя тыква? Ты же обычно тыкву ставишь. А? Нет, тут не тыква. Что, неужели хана? Так, выпрыгнет, надеюсь, у меня здесь две штуки, давайте две.
Почему одну только? Непонятно. Сделаем так. И вот так. Трындец. Пробьет, нет? Че, сейчас все зомби на земле получают минус один, да? Или терновый шип, куст, как его там назвать-то, я даже не знаю. Ну да, минус один, я так и думал. Хиляется еще, а? Блин, если я этого поставлю, то как бы риск есть. Этого не подбили, видишь, я думал, что ураганчик сделают. Но, как видишь, ураганчика нам не видать. Твою налево, потому что он здесь убрал атаку. Все, ребята, приплыли. А, у него и микс был, тогда тем более. А вот тебе и нет, то есть вот и забрали все мои эти. Так, вспышка на солнце теперь остается. Я говорю, я не могу вот играть за этих персонажей. Поэтому, когда дают вот эти ежедневки на тех, за кого не умею играть, это просто, не знаю, ад какой-то. Надо было все-таки брать нам колоду с тобой и составлять заново. Так, удали отсюда вот это вот все. Аж взбесило меня. Создавать. Вспышка на солнце. Ну что тут можно? Я не знаю, ребят. Можно попробовать. Что можно попробовать? Миксы. Шмиксы. Да, ладно, на грибах или что, или на хилах? Давай на грибах. Не, на грибах фигово. Сам не знаю, что надо. На грибах или на хилах? Может так же сделать? На пробивку? Ты понял, да, о чем я? Антигерой, блин. Антигерой. Пом-пом-пом. Ну и что тут еще остается у нас? Фруктовые миксы. Фруктовые миксы. Можно, в принципе, вот этот вот взять. Два грибка лишним не будет.
А взять, не взять, вот не знаю. Ну, вот такой колодой попробуем. Не знаю, что из этого получится, друзья. Что из этого может получиться? Если он стол сейчас заставит... Блин, смотри, как раз против Нептуси. Пум-пум-пум. Поехали. Терновый куст. Блин, а у меня ландшафта-то нету ни одного. Иди-ка ты погуляй, парень. Блин, то, что вот эта вот фигня, конечно, да, ребят. Про ландшафтик-то я совсем забыл. Так, он выставляет амфибию. Ну, его можно будет подбить, в принципе. Так, что он там делает? Минус один к атаке. Так, и вот так сделаем. Ага, рикошетик. Ну, потратил рикошет, фиг с ним, ребят. Чё? Так, это напрягать уже меня начинает. Угу. Давай-ка я сделаю вот так вот. Без комментариев, друзья, без комментариев. Пока ставим. Угу. Тан-таран-тан-танс. Ну что будем делать? Так. Дальше, наверное, вот так. И вот так. Пока других вариантов я не вижу, ребят. Посмотрим. Еще не легче. Еще не легче. Блин, как меня вот этот ландшафт бесит. Вымораживает просто, а. Короче, сдаюсь я тут. Это беспонтово. Трындец, пошел без ландшафта, называется. Просто ни одного не взял. Вот это-то зачем я взял, если оно мне не пригодится здесь? Еще ландшафты-то такие дорогие. Давай что-нибудь подешевле. Ну, вот это, например.
Все, поехали. Блин, там осталось немножко нанести урона. Вообще, ребята, не везет. Вот почему я не могу перейти на 50-й ранг. Как это, я не знаю, вот, такое ощущение, что против тебя подбирается такая команда именно против тебя. Ну вот. Пипец, короче. Ну, тут благо. Хоть так можно сделать. Все равно, конечно, он будет стрелять, ребят, но. Бомбить-то он будет, куда он денется. Блин, он стоит-то вон сколько. Отлично, цветочек выпал. Капканчик, я понял. Куда переместишься? Сюда. Вот, ты кого вызвал, да, значит? Ну ты посмотри, а. Так, ладно, у нас, если что, будет хилка. Ну что, еще давай двух маразматиков выстави здесь. Ага, вот ты что делаешь. Дожить бы нам до этой. Так, молоточек есть. Молоточек. Так, это сработает здесь, блин. А не сработает, он же уберет меня. Ё-моё. Короче, ничего не получается. Просто не получается, ребят. Он же сбросит мне броню. Здоровски, еще и пират у него оказывается. Зашибись, хотел, называется, обмануть судьбу. У меня эти грибы, блин. Да. Вот так вот раз за разом проигрываем. Все, ежедневки сделал. Так, ребят, теперь я поехал. Отыграюсь. Так, где мои зомби? Так, начнем, пожалуй-ка, с бесячества. Поехали. Трындец. Просто навтыкали по полной программе. Ежедневки, называется, сделал, блин. Так, ну что у нас там, Бонг Чой? Не знаю, наверное, курицу поставим первую. Да? Пускай он тут бегает. Бомбит по нему. Кирилл
Кидр. Угу, понятно. Ну, по нему и видно. Поехали. Возможно, кактус поставит. Возможно, ребят. Чё-то задумался. Чё задумался, парень? Все пошло не так, как ты хотел. Когда здесь разыгрывается растение, перемещается на случайную линию. Ну все, завис, блин. 3 часа теперь будет сидеть и думать. Нет, смотри-ка. Погнали. Так. Ага. Вот так вот он захотел типа избавиться, да? Наверное, пока ничего не буду здесь делать. Или выставить его. А вдруг у него по земле есть урон? 2 единицы урона по земле, ну ты знаешь. А? О чем я тебе говорю? Сейчас бы поставил бы. На свою голову. Погнали. Естественно, ему нужно будет потом искать бонусную атаку. Сейчас посмотрю заодно на могилоеда, есть он у него или нету. Ну давай, 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 быстрее что-нибудь там соображай, что так долго-то? 45-й уровень, все-таки не 35-й. Ага. Что, убираем его отсюда, да? Погнали. Дальше что нам лучше сделать? Давай так. Так, и вот так. Он не откажется поставить свой этот орех. Он его влепит. Так, вот, видишь, что он вытворяет? Ты видишь, что он вытворяет? Блин, защита сейчас у него еще сработает. Возможно, даже бонусная атака. А, неуязвимость. Так, друзья, ну что? Допустим. Сейчас посмотрим, что он там будет. Ну, понятное дело, что сюда кого-нибудь поставят слабенького. Возможно, даже прикроется. О, видишь, защиту влепил. С бонусной атакой, наверное, да? Скорее всего. Так. Отбрасывание растения. Ну, давай я сделаю вот так вот. И
И... вот так. Просто посмотрим. Ну, у него может быть еще такой баклажан или кабачок. Ах ты, жук-то ты навозный. Ах ты, жук, ты навозный. Оказывается, вон что у него было. У него хилочка, оказывается, была. Это, скорее всего, знаешь, что? Это ему подогнал этот огурец. Супер-пупер-холодец. Сейчас посмотрим. Да ёк-макарёк. Нет, ребята, никакой не огурец ему это все сделал. Блин, ты серьезно сейчас? У него еще и две карты есть вытянуть. Возможность. Так, а вдруг у него там ландшафт? Ты понял, что он вытворил? О, как. Да ты... А, ну, в принципе, ладно. Бестевый орех, а? Ты серьезно сейчас, а? Если, ребята, у него нет ландшафта, чтобы поменять, тогда ему крышка. Ну, если, конечно, у него какого-нибудь тут защитника не будет. А в любом другом случае крышка будет мне. Если, например, там с бонусной атакой. Он же бонусную атаку потратил? По-моему, он только что потратил, да? На картофельного этого страуса. Ну да, по ходу дела сдался. Хотя поединок, ребята, был серьезный, если честно. Прикинь, у меня ни одной брони не сбито. Как вот так вот вообще может быть? У меня все броня целые, у него... Ее вообще нету. Все, друзья мои, короче, здесь выиграли. Одну победу я отыграл. Так, теперь давай попробуем за нашего займеха сыграть. Играю, даже не смотрю, какая там колода, что там у меня стоит. Хей.
Простачок. Ну, давай, 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 давай. Сейчас, как всегда, розу подсунут. Такое предчувствие у меня почему-то, что сейчас будет роза. Нет, зеленая тень. Ну это что такое-то? Йо, вы давайте мне что-нибудь попроще-то. Ну вот хотя бы так. Фига они там начинают мне выдавать. Так, этого, наверное, сразу, да, прижучат, скорее всего. Я не знаю. Ну, мага выставлять. Такое себе удовольствие. Можно, конечно, пропустить первый ход вообще. Сорок девятый ранг. Давай проверим. Сейчас бобовый сюда поставит. Сюда даже. Интересно, почему он так уверен, что я его не трону? Отличный удар, друзья мои. Отличный удар. Ну, тут понятно, он хочет защитить своего этого шитика. Что у него там? Ураганчик есть. У него есть горошина по центру. Что еще у него там есть? Еще что-то я уже не помню даже. Кунс. Ну вот то, что вот этот удар, но у нас мало того, что у нас свой есть, так нам еще и дополнительный выпал. Это вот особенно хорошо, ребята, против ночного колпака, когда он выставляет грибы, ты потом вот этим вот бомбишь, и все, у него все идет пухом и прахом. Что-то Кинсон слишком долго думает. Тут и думать-то и в принципе не о чем. Так, он пропускает ход. Само собой, ребята. Берет доп. Там, я не знаю, что ему там выпало. Может быть, горошина по центру, может быть, еще что-нибудь. Ну, что ты там думаешь, что три часа, ёк-макарёк. Если он сейчас заберет эту карту, естественно, он... Вот, видишь? Он делает себе такой легкий добор. Давай еще разок. Прикрытие, если что, мы взяли. Блин, зеленая тень, ну что ты так долго думаешь? Может быть, это и правильно, что он долго думает. Не то, что я тут, эй, сломя голову, бомблю, а потом вы мне пишите в комментариях, там ты мог так сделать, здесь ты мог так сделать. Ну, если что, мы сможем прикрыться на всякий случай, если нам понадобится. У нас есть 3 урона, плюс 3 урона и по одному каждому. Плюс, если что, можно прикрыться, если не особо сильный противник будет. Единственное, что тут неизвестно, кто тебе выпадет, понимаешь? Зомби стоит 2 или меньше. Тут может быть любой. От ненужного до супернужного. Блин, ну как ты долго тянешь? Вот специально тянет резину. Видишь? Давай я вот так вот сделаю. О, неплохо, кстати, я тебе скажу. Итого 8 хп оставляем. Интересно, он будет тратить горошину или нет? Слушай, а знаешь, что ты подумал? Он же может сейчас на заморозках так отыграться, вот именно в данный момент. Он сейчас берет, выставляет ландыш. И начинает морозить. Одного за другим. Ну, единственное, что ему нужно, чтобы очень было много перца там, капелек этих замораживающих. И это будет просто трэш. Он его прокачивает там до плюс 10 с лишним, да? И просто в пубух удар мне такой. И я начинаю делать оборону. Типа,
против. У меня же нету, не видишь, никакой ни ананасовой бомбы, ничего. То есть я не смогу уничтожить слишком крупного противника. И он с двух-трех ходов меня, в принципе, разносит в легкую. Слушай, по-моему, это, я не знаю, ребята, такое ощущение, что он издевается. Ну давай, горошина-то у тебя должна быть. Вообще ничего не делает. Прикинь? Короче, понятно все. И не играет, и мне не дает, блин. Смотри, опять. Опять у него на защиту все пошло. Мне нечего тут ставить, все. Блин, ну, ребят, ну это бесява, а. Короче, после этого боя закругляюсь. Я так буду вечно с ними играть. Ведь 49-й ранг. 49-й ранг, ребят, это вам не просто, ну, как тебе объяснить? Это не нубло какое-то играет. Это действительно чувак, который добился 49-го ранга. Возможно, он мог здесь победить и перейти в 50-ю высшую лигу. Но он просто издевается. Такие, кстати, очень часто в игре, ребята. Которые вот именно так ждут до последнего. Потом, в общем, все в таком темпе. Сейчас у него опять сработает защита. Он опять ничего не сделает. Издевается, короче. Просто издевается. Ладно, ребята. Слава богу, я отыграл свои две победы, с которыми я пришел сюда и начал. Хотел ежедневку пройти сегодня, вот это вот невероятное событие, но, к сожалению, не смог, сфейлился я. Ладно, думаю, еще успеем. Ну что, ребята, на этом буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.